А вот снова я с вами. Наконец-то мы закончили обозревать недорогие жесткие диски. Перейдем уже к более дорогим. Да, это у нас на самом деле уже вот 128 гигабайт Transcend. Это уже более... И, кстати, тип памяти MLC. Это уже более, ну, вот, дорогая модель, ежели чем представленные в продаже другие модели. Ну окей, давайте тогда начнем. С коробки. Коробка у нас красочная, классная, есть фотография, сразу указан тип памяти. Фирма Transcend, что-то у нас написано на английском. Каким компьютером, значит, к чему подходит? Подходит у нас к ноутбукам, к стационарным компьютерам, размер 2,5, название модели, да, это SSD30170S, SATA 3,6 гигабайт, включено, как я понимаю, переходник на 3,5, объем памяти 128, что, в принципе, будет вам должно достаточно. А мы продолжаем. Перевернув нашу коробку, мы можем увидеть другую информацию, которая у нас указана на коробке. Это размер, вес, какой тип памяти, при каких температурах необходимо использовать, и максимальная, минимальная, значит, скорость чтения и записи. Значит, указано то, что максимальная скорость чтения 520 мегабайт в секунду и максимальная скорость записи 170. Не могу даже, честно сказать, радоваться или нет. Ну, опять же, да, с этой стороны мы можем увидеть наклейку. Ну, скорее всего, да, это наклейка с моделью TS128GSSD370TS. На русском он здесь написано: небольшой вес, ударопрочный дизайн, сверхбыстрая скорость доступа к данным, низкое электропотребление и безумная работа. Диск упакован, необходимо будет его вскрыть, чтобы посмотреть, что у нас находится внутри. Значит, что у нас здесь еще? Shockproof, Silent Operation, Low Power Consumption, Trim Support. Да, мой английский, конечно, вас волен зима, либо фронт называется. Ну что, здесь, в принципе, вот рекомендуется перевести ваш компьютер, ваше устройство с обычного HDD-шника на SSD-шник. Давайте вскрываем коробку и смотрим. Кстати, на самом деле, весь такая коробка по сравнению с другими какими-то твердотельными накопителями. Сейчас, одну минуту. Ну что, продолжаем. Значит, нам надо быстро разобрать, посмотреть, что у нас внутри, чтобы успеть еще и провести тестирование данного твердотельного накопителя, чтобы у меня в комментариях было меньше комментариев о том, что я в основном снимаю какие-то обзоры на упаковку. Значит, что у нас внутри? А внутри у нас есть переходник на 3,5. То есть сюда мы прикручиваем наш твердотельный накопитель и вставляем уже в обычный разъем для 3,5. Есть какие-то бумажки. Бумажка гарантийная, карта, есть буклетики, что у нас еще делает Transcend, какие скорости, какие объемы. Вот что-то вот еще она здесь, в принципе, есть. Тоже по именно твердотельным накопителям. Ничего себе. Да, в принципе, неплохо и много всего делает у нас компания Transcend. Но даже инструкция по эксплуатации. Ничего себе. А, да. Смотрите, что у нас здесь есть. У нас здесь есть все, что необходимо. Так. А как его отсюда нам достать? Да, достаем. Ну, в принципе, вот обычный твердотельный накопитель. У нас сверху здесь будет написано фирма Transcend. Написано, что это твердотельный накопитель. Ну, что-то, да, не пластмасса, а какой-то металл, скорее всего, какой-нибудь алюминий. Есть, смотрите, голограммка Transcend, чтобы сохранилось, это как пломба, да, гарантийная пломба. Да, и там, кстати, это и написано. Значит, переворачиваем. Перевернув, мы можем увидеть, какая серия у нас, какой размер, какой
категория SATA, SSD 128 гигабайт, опять же, сколько потребляет, ну, в общем, разъемы уже все, в принципе, стандартно. Прям так и хочется. Все, ребят, давайте его подключаем, будем его проверять, тестировать. Там у нас несколько программ, посмотрим, что он может и что он умеет. В принципе, как и с обычными жесткими дисками, включив компьютер и подсоединив твердотельный накопитель, мы не увидели его у себя в моем компьютере, поэтому опять же заходим в управление. Управление дисками. Здесь я нажимаю ОК. Вижу свой диск. Нажимаю создать простой том. Далее, 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 далее. Готово. Все. Создан наш жесткий диск. Мы его, значит, закрываем. Открываем прям сразу же. Вот он там появился. Мой компьютер, тестирование. Ну, давайте сразу вот откроем нашу любимую программку и посмотрим, что же наша любимая программка напишет. Так, давайте немного, может быть, приблизим, чтобы вы лучше видели. Значит, состояние хорошее, 100%, температура 26, если посмотреть на мой первый SSD диск, точнее, не первый, а, ну, на мой SSD диск, то у него уже 99%. Здесь же хорошо 100%, температура 25, у меня почему-то 28, то есть этот жесткий диск Transcend, он более холоднее здесь. Прошивка, номер такая-то, серийный номер такой-то, интерфейс такой-то, режим работы такой-то. Значит, что у нас он умеет? Smart, AAM, NCQ, Trim, DevSleep. Всего хост чтения 1 гигабайт, всего хост записи 1 гигабайт, всего NAND записи 3 гигабайта, часов включения 4, общее время работы 0 часов. Ну и здесь уже почему-то половина на английском, половина на русском. Ну, в принципе, как-то вот так вот. Необходимо будет теперь, интересно, найти программку, которая покажет, сколько осталось работать данному жесткому диску, твердотельному накопителю, жесткому диску. Пускай, ну, окей. В общем, как-то так. Все, спасибо. Ну, первая часть тестирования закончилась в программе. Давайте начнем по порядку. Первый тест. Результат у нас следующий. Самая наивысшая скорость по чтению – это 511 мегабайт в секунду, и по записи – это 167, вот здесь вот, я думаю, вы увидите, 167 мегабайт в секунду. Ну и, в общем, общее количество. 319 скорость, либо очков, либо скорость, да, наверное, скорее всего, количество чего-то, в общем, 319 количество по чтению и 253 количество по записи. Ну и общее это 727. Жесткий диск Transcend на 128 гигабайт. 370 серии S набирает 727. Так, ну что, давайте тогда следующий. Ну и вот по данному тесту, по ISO, значит, скорость 253, по программ 108 и по играм 165. А по нашему уже тесту, который вы видели, наверное, в предыдущих моих видео и в текстовых обзорах, средняя скорость это 155, где-то 160-170, но вот здесь есть небольшой провальчик на 100, это скорость именно по записи, ну 170, в общем, где-то общая скорость средняя. И скорость чтения общая это где-то вот 200. 500, 520, 530. Есть провалы по до 440, до 490, но в общем это 530 общая где-то скорость. Неплохо, неплохо показал себя. Давайте проверим еще в одном популярном тесте. Ну и в принципе можно будет заканчивать. Так, открываем, как всегда, выбираем 1 гигабайт, два раза проверка, все, поехали. Не знаю, ну, возможно, здесь быстро будет все. Давайте сейчас посмотрим. Да, надо будет какой-то дать вывод по данному твердотельному накопителю Transcend на 120 гигабайт.
120 гигабайт. Я даже, честно говоря, не знаю. С одной стороны, и по скорости чтения 546 по данному тесту, что, в принципе, неплохо, а по скорости записи 175. Маловато, конечно, маловато, но другие тесты у него получились тоже неплохие. Не могу сказать. Данные товары купил на сайте онлайн-трейд. Спасибо всем за внимание.